наживляю подвесной. И закручиваю на коробку последний болт. Также наживляю подушку. И притягиваю подушку. После этого устанавливаю болты стойки и наконечник рулевой. Также смазываю болты стойки. И вставляю их на место. Наживляю и прикручиваю. Ставлю на место провод и фиксатор тормозного шланга. Так, ну с этой стороны стойку прикрутил. Наконечник прикрутил, привод прикрутил, снизу подушку прикрутил, крепление все прикрутил, сзади массу прикрутил, разъем поставил, привод поставил, стойку прикрутил, привод прикрутил, наконечник прикрутил. Но, в принципе, по низу у меня все. Опускаю автомобиль и доделываю сверху. Свой хомут. Наживляю кронштейн. И одеваю на место троса. Один,
И второй. Троса одета. Проводку здесь снимал, одел. Это у нас корпус у воздушного. Процессор пока не ставлю. Прокачиваю тормоза. Тормоза. Прокачиваю сцепление. Сейчас попробую показать. Перед этим закручиваю болты, наживить я их наживил, протягиваю верхнее крепление двигателя коробки или коробки к двигателю. Болты протянул, заливаю тормозную жидкость. Здесь бачок общий и тормозное сцепление, он разделен просто. Заливаю Castrol DOT 4. Сейчас покажу номер для заказа. Номер для заказа 157F8B. Вот шланг из общего бачка идет на рабочий цилиндр, на главный цилиндр сцепления и уходит уже вниз. Сейчас беру, медленно прокачиваю педаль раз 10. После этого прошу помощника, он мне будет педаль качать, а я уже здесь снизу буду спускать воздух. Как такового клапана нет, вот под колпачком, под зеленым находится. Штуцер прокачки, но он не такой, как мы привыкли. Вот. Мы на него шланг одеваем, спускаем жидкость, а открывать его будем, нажимаем вот на этот фиксатор. Фиксатор, который у нас держит, сейчас, вот этот, который держит у нас трубку. Нажимаем. И немножко трубку отводим, и у нас отсюда пойдет воздух через шланг. Одеваю шланг. А шланг опускаю в бутылочку. Вот такую вот маленькую бутылочку. Наливаю немножко в нее тормозухи. Я ее помыл. Немножко налил тормозной жидкости. Ну а теперь нажимаю фиксатор, немножко отвожу трубку. Вот видно. Видно, жидкость поднимается. А она немножко подтекает через шланг. Добавил еще жидкости. Шланг у меня, трубка выдернута маленечко. Пойду на педаль сцепления несколько раз надавлю.
с десяток раз, наверное, надавил. Еще видно, он воздух по трубке выходит. В бутылочке вот прибавила жидкости, защелкнула на место. Так, трубку защелкнул, шланг пока не снимаю. Трубку защелкнул, попробую педаль. В машине, конечно, немножко пыльновато, грязновато. О, педаль уже стала отвечать, уже не проваливается. Все, теперь зову помощника, он мне будет накачивать, а я тут буду открывать штуцер. Так, накачивай 5 раз. Надави и держи. Накачивай. Пол ушла. Рукой ее вытяни. Надави. Отпусти. Осталось там? Качай. Надави. Отпускай. Качай. Ну что, пробую, наверное, завести и попробовать сцепление. Ну а перед этим сейчас собираю здесь остатки сверху. Вот сколько накачалось в бутылочку. Так, ладно, собираю сверху. Ставлю на место кронштейн. Ставлю на место корпус воздушного фильтра.
Притягиваю. Рамку прикрутил, кронштейн прикрутил и процессор прикрутил. Также хотел показать, вот я свечу за патрубком на коробке белая пробочка. Сейчас я ее откручу. Сбоку подлезу. Вот она, белая пластиковая пробка. Через эту пробку я заливаю масло в коробку. Втыкаю шланг. Здесь без нагнетателя. Через воронку я залью масло. Вот так вот через вороночку заливаю. Ну а пока у меня заливается масло, я ставлю на место воздуховод патрубок с фильтра на дроссель. Патрубок прикрутил воздушного фильтра, масло залилось, убираю шланг и закручиваю пробку. Масло залил 2 литра, ставлю батарейку и пробую сцепление. Воздуховод пока не ставлю. Иду пробую, запускаю и пробую передачи.
Первая включается, задняя включается. Вот и все. Притом задняя без хруста, без всего. Парктроники стоят, сразу включаются. Ставлю воздуховод на место. Сейчас клипсы найду, сюда по диаметру поставлю. Здесь стоят восьмерочки. Все, ничего болтаться не будет. На этом все. А, еще не все. Еще я не одел колпачок штуцера прокачки. Закрываю его. А вот теперь все. На этом все. Замену сцепления на Кашкае я закончил. Всего вам доброго.